155 человек вышли на старт первой гонки открытого чемпионата и первенства Нижегородской области по лыжероллерам и кроссу. Спортсмены со всей области приехали в Саров, чтобы побороться за призовые места и выиграть путевку на чемпионат России. Участники соревновались в гонке свободным стилем на дистанциях от 3,5 до 15 километров. Эти соревнования являются традиционными. Вот уже второй год подряд их проводят в Сарове, то есть нам доверили проведение этих соревнований. Будем надеяться, что мы проведем их на самом высоком уровне. Осенние старты – важный этап в подготовке лыжников-гонщиков. Это время подводить промежуточные итоги и начинать интенсивную подготовку к соревновательному сезону. Летом спортсмены проводят работу над ошибками, используют разные методики тренировок, чтобы улучшить выносливость и силовые качества. А осенью начинаются различные старты, которые показывают результат летней работы. Эти результаты важны как для тренеров, так и для спортсменов, потому что после долгого летнего периода подготовки нужно простартоваться, почувствовать себя перед зимним сезоном. И уже потом осенью и зимой вступить в сезон и уже понимать примерно, какие способности у ребят и как они готовы. Первыми старт приняли девушки 2008-2010 годов рождения. Они соревновались на дистанции 3,5 километра. Каждая участница проходила дистанцию по-разному. Кто-то преодолевал подъем одновременно двушажным ходом, кто-то сокращал секунды на спуске, разгоняясь до 60 км в час, а кто-то ускорялся на равнине. Ощущение очень хорошее, мне здесь очень понравилось. Трасса тяжелая, но с этим можно справиться. Для юношей дистанция была немного длиннее. Каждому участнику нужно было правильно распределить силы, чтобы пройти в максимальном темпе все подъемы и поддерживать скорость на равнинных участках. Для кого-то из мальчишек это был первый старт на лыжероллерах, и ребята изо всех сил старались показать самый быстрый результат на финише. Вообще интересно. То есть круто, когда на соревнованиях всех обгоняешь. Когда стоишь на пьедестале. Победителями и призерами в своих возрастных группах стали 7 саровчан. Во второй соревновательный день спортсмены состязались в кроссе на дистанциях 3, 5 и 10 километров. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.